Так, ну ладно. Тут пример получается для загрузки JPEG или PNG файла. Значит, форма опять же. Ну тут формы нет, да? У них. Просто есть input, файл и кнопка choose выбрать. И чем они? А, ну это просто у них типа этот, короче, с подписью кнопка выберите файл. Чтобы поменять стандартное значение, так, и кнопка upload. То здесь все чисто на скриптах работает. И у нас есть то, что нам нужно обратить внимание. Есть кнопка с ID-шником upload. Есть upload button. Есть upload файл, это наш input. И есть choose upload button. То есть choose upload button, она служит для того, чтобы выбрать файл. Потом у нас upload — это для загрузки, и input — это сам input, в котором будет храниться наш файл. Так, теперь у нас получается есть еще один вариант, как добавить обработчик событий. То есть мы на тех уроках использовали просто событие onClick, да? И, ой, не событие, а атрибут onClick, и писали там что-то, что нам нужно. Теперь второй вариант — это мы можем добавить с помощью метода addEventListener. То есть у нас через querySelector метод по ID-шнику выбираем тот или иной элемент, то есть в данном случае это кнопку ChooseUploadButton. Добавляем eventListener, здесь пишем название события, то есть это у нас клик. И потом function, и что сделать по этой у нас кнопки. Так, теперь у нас здесь у нас происходит имитация нажатия на кнопку выбора файла по нажатию на другую кнопку. То есть не знаю, зачем они так сделали в этом примере. То есть у нас есть input, который стандартно, когда отображается, у него сбоку идет кнопка «Выберите файл», да? И они сделали свою кнопку, ну, они захотели поменять на ней надпись, чтобы здесь вот кнопка подписана «Выберите PNG и JPEG файл». И теперь, когда мы кликаем по этой кнопке, они просто делают upload файл клик. То есть upload файл — это у нас наш вот этот input, они как будто кликают по нему. То есть, ну, такая фишка, ладно, придумали. То есть, по сути, когда у нас кликнут по этой кнопке, откроется диалог выбора файла. Это вот эта часть скрипта. Она не относится. Теперь у нас, когда кликают по upload файл, то есть это кнопка, которая у нас осуществляет загрузку. Теперь у нас получается, мы можем через this — это текущий элемент, по которому кликнули. Это у нас получается этот choose upload. Так, нет, кто-то у нас upload file кнопка. Upload file — это наш input. То есть по сути, это у нас когда получается файл был выбран, то у нас произойдет изменение event change. То есть у нас когда мы кликнем сюда, появится диалог выбора файла, мы выберем файл, нажмем ОК, и потом сгенерируется event change, что у нас поменялось состояние вот этого input. Теперь у него внутри есть массив файлов, и файл с 0 — это нулевой файл. То есть они создают объект файл, который является файлом, который мы выбрали. Теперь есть стандартные типы файлов, то есть это, если мы сейчас mimi-tips посмотрим, то есть у нас куча стандартных файлов, есть вордовские, там Excel, еще что-то там, тоже непонятно, почему они тут Excel, mimi, ну это откуда-то пример взят, так, сейчас, ту-ту-ту, mimi-times, так, тут есть их. То есть у него тип и подтип. То есть, допустим, если это изображение PNG, image JPEG, там еще что-то может быть. И у них получается куча типов есть. То есть к тексту относятся вот такие: текст plain, текст html, текст css, текст javascript.
картинки бывают GIF, PNG, JPEG, BMP, WebP. И аудио, видео и application. То есть это просто стандартные типы, с которыми может работать веб-браузер. То есть он не может работать с другими типами. И, соответственно, в нашем случае мы будем image JPEG использовать, image PNG. То есть это просто взяли из спецификации два типа, которые позволено загружать в нашей форме. То есть часто вам нужно ограничить те типы файлов, которые пользователь может загружать. Это связано, ну, или с вашими требованиями, или еще что-то. То есть какая-то фирма говорит, мы будем работать только с PDF. То есть пользователю нужно отдельно загрузить какие-то PDF-файлы или сконвертировать все в PDF и потом загружать. Потому что тоже PDF, допустим, он там по безопасности, у него есть какие-то определенные фишки, там типа сертификаты и так далее, что уже сложнее будет этот материал, возможно, ну, его можно защитить от несанкционированного доступа. Поэтому здесь могут быть какие-то ограничения, то есть или операционная система, на которой они работают, не поддерживает GIF, ну кто его знает, что там будет. Это уже дело каждого этого разработчика. То есть, опять же, можно, так как JPEG они максимальным сжатием обладают, можно ставить только JPEG, потому что PNG они будут больше картинки. И так далее. То есть тут уже от типа картинок зависит, от каких-то особых характеристик каждого формата. Мы можем ограничить. То есть здесь просто создается массив, и в нем указываются типы, с которыми мы будем работать. Так, теперь получается. Есть у нас файл тип, file.tip. Это тот файл, который мы выбрали. То есть он у нас, вот в файл это у нас, мы получили объект файл, который выбрали, и у него есть файл тип. В этот тип сам браузер запишет один из этих вариантов. То есть когда мы выберем файл, браузер проанализирует формат этого файла, и он запишет, что это за файл, image GIF, PNG, JPEG. Вот, соответственно, теперь index of это функция, которая позволяет проверить, есть ли в массиве, то есть он ищет позицию данного типа в массиве. То есть если у нас вот в этом массиве Excel tips не найдена позиция вот этого типа, то есть у нас если тип не image JPEG и не image PNG, то index of вернет минус единицу. То есть это означает, что у нас будет минус единица. В этом случае у нас отсутствует, ну, то есть выбрал файл какой-то не соответствующий этим двум форматам. Теперь у нас есть error message, у нас просто div пустой, который здесь мы его скрыли при выборе файла. То есть если у нас в прошлый раз, то есть это тоже частая ошибка, что программисты не продумывают полный цикл. То есть у нас, допустим, ну вот пример, то есть неправильно набран телефонный номер, да, и в этом поле, когда мы нажимаем кнопку «Отправить», то мы его подсвечиваем красным цветом. Теперь человек исправил номер телефона, нажимает «Отправить», но у него эта ошибка должна стереться, то есть эта подсветка убраться или там сообщение об ошибке убраться. И если есть еще одна ошибка, то другое уже поле подсветится. То есть это часто делают ошибку такую новички, что они такие, окей, если у меня здесь ошибка, то я подсвечиваю красным. Но они не дописывают код, который, когда ошибка исправлена, эту красную подсветку будет убирать. То есть вот здесь то же самое. То есть если мы первый раз нажимаем кнопку и выходит сообщение о том, что ошибка только JPEG и PNG позволено загружать, то есть мы это сообщение помещаем в error message, это div просто, в inner text его, то есть внутрь нашего тега помещаем текст. Теперь у нас мы использовали на прошлом уроке inner html, то есть inner html он позволяет загружать html текст, inner text уже html уберет. То есть если мы сделаем здесь inner text равен и здесь какую-то сделаем ссылки или еще что-то, то у нас сам браузер не позволит записать внутрь вот этого элемента теги другие.
То есть у нас будет только текст внутри. То есть inner text — это внутрь мы записываем только текст, inner HTML мы записываем HTML. То есть у нас при неверном типе файла появится ошибка, то есть мы display block сделаем, и выйдет текст сообщения. Return — это у нас выход из нашей функции, и мы прервем выполнение скрипта. То есть дальше не будет проверяться скрипт. Теперь у нас файл size — это размер нашего файла. У нас, ну, то, что в одном килобайте 1024 байт, то есть это связано с тем, что у нас все должно быть кратно восьмерочки, так как мы храним в байтах. И здесь решили ограничить до 2 мегабайт размер. Так, сейчас я выше проскрою, чтобы было видно. Вот, то есть у вас получается 2, 1000 умножить на 1024 умножить на 1024, то есть размер файла, file.size, идет в байтах. То есть это у нас 2 мегабайта. Чтобы на ваш сервер не загружали большие файлы. То есть если... у нас там место не безграничное. Если мы пользователю даем возможность загрузить аватарку, то нам надо, чтобы он ее загружал маленькую. И здесь фишка какая, что... на последующих уроках мы разберемся, как сжимать. То есть задача программиста — сделать так, чтобы на любые действия пользователя мы сами уже проблемы решали. То есть если мы говорим человеку: вы загружаете слишком большой файл, да, то это ему создает головняк, потому что есть люди, которые не умеют просто Paint'ом пользоваться, они не смогут открыть эту картинку и сжать ее. То есть он берет там зеркалки, сфотографировался 10 мегабайт и грузит, короче, ее вам на сайт. Ему выйдет такая ошибка, типа: извините. Он такой: ну, я не могу аватарку загрузить. И получается, что мы кого-то там потеряли. Пусть он не очень умный, но все равно мы его потеряли. Он ушел, потому что он говорит: что за беспонтовая система, которая не позволяет мне. Ну, то есть вот это решение не очень хорошее. То есть, по идее, нам надо сжать рисунок и сделать его того формата, которого нам надо уже. Что там просто ретерном? Просто ретерном ничего. У нас есть, получается, функция, которую мы пишем, вот этот вот function. Так как у нее нету возвращаемого типа, и она вообще в никуда ничего не возвращает, то мы можем return просто выйти и все. То есть это, грубо говоря, прекратить выполнение функции дальше и все. То есть мы находимся внутри вот этой функции, и когда мы внутри функции, то мы можем использовать return для того, чтобы выйти из нее. Теперь дальше у нас идет здесь upload choose container display known. Это кто у нас такой upload? Ну, это весь контейнер с этими всеми кнопочками. То есть так как мы выбрали верный файл, они его прячут. То есть они сделали display style display known блок. А, подожди, display known. То есть они скрыли этот. Теперь upload file final container показываем. Upload file final container — это вот этот контейнер. Так, тут немножко, да? Да. То есть у них, короче, есть просто span с именем файла, button upload и upload progress bar. Окей. То есть они просто после выбора прячут вот эти кнопки, в которых мы могли что-то выбирать, и показывают имя файла и кнопку загрузить, которая upload button, да, называется. Вот. Теперь у нас есть еще cancel, это отмена. То есть здесь просто они поменяют, скроют сообщение об ошибке, если оно было. Final container спрячут и контейнер по выбору покажут заново. Это нам, ну, тут ничего интересного нет. И теперь кнопка upload — это непосредственно загрузка у нас. То есть когда у нас произойдет клик по кнопке загрузка, то мы создаем в JavaScript, так как здесь у нас нету формы, мы можем создать объект formData, который будет имитировать данные. То есть у нас на самом деле весь HTML код, ну, вся HTML верстка в нашем на нашей странице, она превращается в объекты.
То есть у нас каждому элементу будет соответствовать какой-то объект. И точно так же есть объект, который создается. То есть мы можем создать объект, который имитирует форму. То есть он может быть автоматически создан, если у нас есть тег форма. Или же мы можем вручную его создать, если тега формы нет. Это уже вам решать, как это делать. То есть здесь без разницы абсолютно, как будет это происходить. И у него здесь есть data append, то есть это мы добавляем файл. Пишем название файла, то есть у нас, когда мы отправляем пост данные, у нашего вот этого input файл, input тип файл должен быть name. Но здесь вот это все, это просто декорация, короче. То есть это чисто штука для того, чтобы создать пользовательский интерфейс. И с вот этого input у нас данные возьмутся, но они не будут именно отсюда отправляться, потому что здесь нет формы. То есть мы должны будем вот этот input взять и поместить в ту форму. Так, вот, теперь у нас получается, так, где мы? Вот файл. И мы берем наш файл из вот этого, то есть input называется upload файл, в который мы выбрали файл, и из него берем наш файл, он файл 0 идет. Теперь там чисто программно файлов может быть несколько прикреплено к одному input, то есть он может быть массивом файлов, и это используется уже в других скриптах, когда у нас, допустим, есть контейнер, и мы используем drag and drop, то есть мы перетаскиваем и бросаем в наш контейнер файлов кучу. И тогда уже там, ну, тоже есть варианты, как загрузить сразу все, используя drag and drop. Но это, там будет сложновато это все делать. Вот. Теперь создается наш, опять же, Ajax request, который мы на том уроке использовали. Вот. И теперь здесь у нас, так, upload progress прячется. Add event listener, так, load. Сейчас мы идем, где у нас... Это все обработка. Так, вот. То есть у нас мы создали файл. Так, формат form data, это дата. Вот они у нас дата. И получается, теперь мы открываем методом post файл upload php и туда отправляем данные дата. Так, и response type JSON, то есть у нас в ответ придет в формате JSON. И теперь есть стандартные, то есть у нас вот у этого объекта, который мы, где он тут у нас создается, request, то есть это вот наш XML, HTTP, то есть это наш объект, который работает с Ajax. У него мы... у него есть несколько... событий, то есть здесь добавить обработчик прогресса, то есть это у нас получается эта функция, она будет получать от 0 до 1, не от 0, это просто количество загруженных байт текущих, то есть здесь в нее передается function объект e, и у него будет eLoaded, это сколько сейчас загрузили, и eTotal, это сколько всего. Да. То есть у нас, допустим, всего в файле будет 1000 байт и загружено 10. И, соответственно, 10 делить на 1000, это будет, и умножить на 100, это будет отношение в процентах. То есть вот здесь вот percent complete, это просто рассчитывается, сколько в процентах. То есть когда он загрузит 1000, 1000 делить на 1000, умножить на 100, это будет 100. То есть означает, все загрузили. То есть эта переменная, она у нас означает... То, сколько мы загрузили. То есть теперь мы в div upload percentage, это сколько процентов загрузили, здесь inner text равен, просто текст будет отображать, сколько процентов загрузили. И upload progress display block, то есть мы показываем блок, который называется upload progress, то есть там верстка есть у нас, где upload progress, вот он upload progress. То есть он внутри просто содержит, сколько процентов загрузили, сдак процентов и uploaded. То есть мы теперь, так как у нас загрузка началась, мы отображаем вот эту штуку. Так, теперь у нас есть еще event listener load. Это у нас загрузка. И здесь у него тоже различные статусы будут. Response error. Если один, то это значит какая-то ошибка произошла. И здесь у них request response message. То есть там будет
в этом request response message то сообщение об ошибке, что у нас произошло. И, соответственно, опять показываем div, в котором у нас отображаются ошибки. Если response error 0, так, документ, селектор, cancel button. То есть вот эту штуку, cancel button, они нажимают для того, чтобы вернуть наш документ к состоянию, когда мы снова можем загружать. И выводим сообщение, что файл загружен полностью. File uploaded successfully. Ну, то есть у нас cancel это не отмена, а cancel button это не отмена загрузки, это у нас просто меняются стили. То есть где у нас там cancel button click. То есть она просто у нас вот здесь два блока, final container и choose container. То есть он, когда мы нажимаем на cancel, то он choose container делает display блок, а этот display null, и все. То есть по сути он не отменяет никакую загрузку, он просто пользователю отображает вот эту часть документа. Так, здесь у нас, что это там, мы тут div писал, и он клик, все. Теперь посмотрим, что у нас в upload. В upload у нас там все должно быть вообще просто. То есть там просто стандартный, ну тут у них вообще ничего не делают они. То есть они просто, ну тут, да, тут надо дописать. То есть у нас будет $files, наш файл, который мы загружаем, и у него имя файл, потому что мы его указали вот здесь, вот это наш, когда мы создавали объект, вот, мы указали имя файл. То есть это у нас значит, что теперь, то есть нужно всегда понимать, то есть если вы будете работать с какими-то скриптами по загрузке файлов, то так или иначе они будут вам передавать в вот этот $files все данные, связанные с файлом, и потом вам нужно сделать просто move uploaded file. То есть мы его копируем из $file files tmpname, то есть это стандартная тема tmpname, и копируем в куда-то там папку uploads slash, ну там не знаю, 1.jpg еще. То есть я сейчас не буду там, ну или файл на jpg, давайте как он есть, так и скопируем, не будем пока особо мучиться, просто файл name. Так, окей, фигурные скобки. Все. Ну и здесь тоже у нас в... мы установили здесь такую штуку, как header content type application JSON. То есть для того, чтобы браузер, так как мы установили, что мы будем возвращать данные в формате JSON, и здесь у нас есть два варианта. То есть мы ему делаем, что success, или же если у нас какая-то ошибка, то мы должны вывести error 1. И эти response мы получаем в нашем upload, то есть у нас вот здесь мы берем и, то есть вот, request response error, то есть это мы сделали, вот сами этот error создали и сделали равным его или единичке или ноль. То есть в PHP мы создали массив из одного элемента, где у нас есть ключ error и значение ноль. Сделали JSON encode, это мы закодировали в формате JSON и вывели через эхо. То есть теперь у нас наш вот этот документ, он будет состоять из, ну, в JSON формате будет храниться ошибка 0 ровно. Так, окей. Ну, в принципе, тут move uploaded file, uploads, file name. И теперь создать здесь папку uploads. Создать uploads. Так, и теперь сейчас это у нас в open сервере. Давайте запустим и посмотрим, что получилось. А, Жень, там этот сегодня придет Григорий насчет сайта. И мне нужно будет ему показать, что там как. Можешь там ручкой написать, где что находится, и пароль, логины? Ручкой просто напиши. Ну, на open сервере здесь? Окей, ладно, тогда разберусь. Там гриб называется, и не забудьте перейдете. Ну там
Ну, посмотрим, что с ним там. Он посмотреть хотел. Окей, хорошо. Так, сейчас надо будет какой-нибудь файл найти. Так, это у нас upload HTML. Выберите файл, выбираем файл какой-нибудь. PNG открыть. То есть вот, после выбора файла у нас появилось... то есть этот div upload file final container. У него стиль стал дисплей-блок, а этот скрылся, контейнер. Теперь у нас вариант или нажать cancel, и мы вернемся опять к выбору. Choose. Открыть. Все, теперь у них там что-то, ошибка какая-то, походу. Что-то тоже, вот, то есть как раз таки тоже не до конца все доделано. То есть теперь после второго выбора у нас не отображается этот. Сейчас посмотрим, что там у нас. Ладно, сейчас проверим. Пока обновим. Открыть. Там они не очистили input, наверное. Так, ладно. Upload нажимаем. Подумать. А, ну да, он быстро просто моргает. То есть мы там не можем увидеть, потому что мы работаем на локалке, по сути. То есть он там... Это надо мегабайт на 100 файл загрузить, чтобы было видно процесс. Сейчас что-нибудь найдем. Так, и тоже он не вернулся к чузу, что-то тут странное какое-то. Возможно, у нас что-то в файле. Да, так, вот сейчас придется. То есть у них почти все доделано в этом примере. Так, смотрим. Давайте как раз поотлаживаем пока так. Проверим, что у нас в нашу папку uploads ушел файл. Не ушел. И все, сейчас будем разбираться, что у нас там. Не так. То есть у нас здесь вот сейчас тоже такой пример, что нам вот этот файл очень тяжело отлаживать, по сути. То есть у нас ситуация какая, что мы его выполняем в фоне, мы ручками сюда как-то отправить файлы, ну, сложновато будет, да? То есть, ну, в принципе, можно сделать отдельную страницу, где сделать форму с файлами и отправить сюда данные. То есть у нас ошибка может быть в этом файле, и также ошибка может быть в скрипте. Ну, сейчас начнем с первого, то, что у нас, если я нажимаю cancel, я не могу заново выбрать файл. То есть давайте посмотрим, где у нас cancel button click. Cancel button click. Cancel button сейчас. Вот он. Cancel button click. То есть мы здесь error message display null, file choose container display block и upload final container. Окей. Давайте посмотрим. То есть первое, что нам нужно сделать, это нам нужно сделать alert, чтобы вообще увидеть, ну, зашли мы ли сюда или нет. То есть работал ли у нас клик. Там без разницы, что alert 1, 2, 3. Так, и поехали в браузер. То есть выбираем файл, открыть, cancel. У нас выходит alert. Все. Так, теперь я выбираю. А, у нас change не срабатывает, потому что я выбираю тот же самый файл. То есть у нас нам нужно файл очистить, потому что уже... В нашем этом инпуте, который вот здесь, вот этот input, в нем уже выбран тот же самый файл, и у него не срабатывает change, получается. То есть нам нужно очистить данные с нашего этого. То есть когда cancel происходит, нам нужно еще с cancel button click. Так, нам нужно файл upload set attribute value.
Так, вот этот. Сейчас поищем, как очистить. How to reset input tip file. Так, что они тут скажут? Value равно двум пустым кавычкам. Там это есть. On click this form reset. Input tip равно двум кавычкам. Input, ну вот они предлагают вот так еще попробовать сбросить. То есть ему тип поменять. У него был файл. Поставить тип текст, потому что, и, то есть, когда текст, он уже точно не сможет хранить. Тип равняется текст, и потом заново ставим тип файл, и это гарантированно его сотрет. Сейчас проверим. Теперь у нас мы использовали вот здесь не query selector, а get document by ID. То есть get, get element by ID. Get element by ID он дает по ID-шнику, а query selector это уже больше именно по этому. По селектору. То есть если у нас ID, то это решетка uploads. Если по классу, то это точка класс. Но в случае, когда мы будем обращаться к селекторам, которые возвращают массив, то есть ID у нас всегда вернет один элемент. А в случае, когда мы будем обращаться к классу, то мы будем возвращать, получать массив элементов, и, соответственно, если мы query selector точка что-то делаем, то здесь уже надо будет ставить в квадратных скобках 0,1,2 индекс этого элемента. Ну или прокручивать весь массив. То есть, в принципе, здесь тоже вот это вот. То, что новая query selector функция. Так, окей, мы, значит, тип, где я там поменял, тип текст, тип файл. То есть мы подменяем в нашем HTML тип текст, и, соответственно, этот input теперь уже не может по стандарту HTML хранить данные по файлу. И потом возвращаем его в файл. То есть это будет гарантировано, что мы его сотрем. Так, где у нас там upload? Ну-ка проверим, сейчас выберем файл. Все, сработало. То есть тоже здесь, допустим, тот программист, который писал, он не думал о том, что я смогу выбирать один и тот же файл несколько раз. Так, дальше у нас что там? У нас файл не скопировался, да? То есть теперь, так, тут что там, 100% сразу у нас приходит. Так, так, ну можно после того, как он у нас error 0, файл uploaded successfully, alert не выходит, кстати, у нас вот это, да? То есть у нас же должен был вот этот alert выйти, а он не вышел. Это значит, что и ошибки тоже не вышло. То есть у нас... Вот здесь вот event listener load. Что-то с ним не так, короче, да? То есть мы здесь, давайте сделаем alert и request response. Error. Там, пускай будет у нас. Ну, просто там, по-моему, response text был. Посмотрим, что здесь у нас будет. Так, что-то там он ошибку какую-то стопудов увидел. Там, наверное, этого. Так, файлы to read response text property. File accessible from the object response text. JSON выбран был. Так, он говорит, вы тут выбрали JSON, а хотите получить текст, и он недоступен. Давайте сейчас здесь сделаем тип
не JSON. Вообще там у него по умолчанию response text text. Сейчас просто посмотреть, что у нас там будет. Открыть. Upload. Так, вот он, короче. Syntaxis unexpected квадратная скобка. Expecting круглую. In. Upload online 9. То есть вот. Получается, мы в нашем PHP файле допустили ошибку, и мы ее можем посмотреть через alert response текста. То есть у нас все, что выводится вот в этом upload PHP, оно будет содержаться в нашем response тексте. То есть вот здесь response текст. И соответственно мы сейчас видим, что у нас там проблема какая-то, что он там ему он не может фигурную скобку, то есть там тоже от версии PHP скорее всего зависит, как задавать массивы. То есть здесь давайте сделаем так array, потому что тоже вот эти вот, по-моему, 5.6, с 5.6 версии появилась возможность использовать квадратные скобки при создании массива. До 5.6 у нас array идет. Сейчас посмотрим в настройках open server. То есть вот у нас стоит 5.3, и поэтому у нас недоступно создание массивов с использованием квадратных скобок. То есть это тоже часто бывает, когда вы берете пример какой-то из интернета, и он ругается вот на эти квадратные скобки. То есть тоже создание массивов может быть двух типов. То есть или вы просто в квадратных скобках указываете массив, или же вы пишете array и то же самое, только в круглых. Вот. Если у вас до версии PHP 5.6, то вам нужно использовать array. То есть тут тоже сейчас, если давайте на реальный хостинг зайдем, посмотрим, как там все это делается. То есть вам, возможно, с этим придется столкнуться, PSKZ. То есть когда вы купите хостинг, то у вас будет панель управления хостингом. Этих панелей управления их несколько. Есть, как она там называется, это Plesk, и есть еще cPanel. Но они по сути почти одинаково выглядят. То есть у них ярлычки чуть-чуть другие, но везде есть такая штука, как настройки PHP. То есть это через Ctrl-F, PHP набираете, PHP, вот он, настройки PHP. То есть это может быть на английском, PHP settings или еще что-то. Вот. И здесь мы видим, что у нас версия на сервере 5.6. То есть здесь этот код бы запустился и работал, но тоже у вас бывает такое, что какой-то код работает, и ему требуется определенная версия. То есть здесь у вас всегда есть выбор, какую версию мы можем установить. То есть на сервере, который, ну, на вашей хостинге установлен, который, он предоставляет различные версии 5.4, 5.5, 5.6, 7, там 7.2 и так далее. То есть тоже здесь что-то может работать там, что-то может работать там. То есть вам нужно конкретную функцию загуглить, которая у вас глючит, да. То есть если у нас там, ну, array возьмем, да, PHP, и возьмем ее документацию, то в любой документации указывается версии PHP, в которых работает эта функция. То есть сейчас посмотрим, что тут, где это. Ту-ду-ду-ду-ду. Он здесь не указывается. Окей, ну давай сейчас этот. А, там он было. А, где? Вот, 5.4. То есть начиная с 5.4 возможно использование. А, вот с 5.4. Вместо array на квадратной скобке. То есть получается, если у вас нет никаких указаний в описании по поводу совместимости с версиями, то тогда вы можете уже смотреть. Ну, то есть использовать. Если есть, то есть, допустим, тот же MySQL query, сейчас посмотрим. То есть она тоже вот сейчас уже считается устаревшей, и тоже написано, что начиная с версии 5.5 она считается устаревшей и удалено в PHP 7. То есть если вы запустите, у вас на хостинге будет PHP 7, то вам вместо MySQL query придется уже использовать новую функцию MySQL iQuery. То есть она вот такая MySQL iQuery. Я просто вот на автопилоте привык с MySQL query работать, но новая версия, это то же самое, по сути, там небольшая разница. То есть это уже будет вот MySQL query.
И она будет работать уже на семерке. Здесь тоже сейчас по тексту будет написано. Ну вот, то есть тут поддержка PHP 5, PHP 7. То есть на эти моменты тоже нужно обращать внимание. В Open Server, если вы хотите поменять версию, то это настройки заходим дополнительно. Так, нет, это вот просто настройки. Вот, настройки, здесь есть модули. И получается вот здесь выпадающий список, какие версии мы можем PHP использовать. Так, значит, у нас там была проблема с массивом. Все, сейчас мы еще раз проверим, исправили. То есть все, вот он error 0 вернул нам, мы видим, что все нормально там сработало, и возвращаем наш скрипт на место. Alert убираем и ставим назад наш JSON. Выбираем файл, открываем и нажимаем upload. Так, ну alert вышел, файл uploaded successfully, и заново перешло окошко. Так, alert убираем, потому что раз, два, три нам больше не нужен. Все, и проверим, что файл скопировался в папку uploads. Все, вот он скопировался, как и был. То есть, в принципе, наш скрипт работает. Если мы будем загружать на сервер, то мы будем видеть индикатор процесса. То есть, это тоже, вот эта штука, это готовая болванка, то есть, вам здесь... ну вот всю логику вы в принципе сами под себя можете переделать, если захотите, если вы как-то хотите по-другому, чтобы это все загружалось. А все, что касается отображения индикатора, процесса и загрузки, это уже готовое решение, то есть вам, вы тут ничего не сделаете. То есть вам нужно создать объект data, который у нас будет, то есть точно так же мы сможем туда через data append добавлять любые объекты. То есть, если вы хотите сюда добавить data append какой-то текст, и здесь вы там получите этот inner HTML какого-то элемента или value какого-то input, то есть это уже что вам понадобится здесь. То есть у вас вот data append, если вы хотите файл добавить, вы просто data append файл. То есть это имя данных и сами данные. То есть если я сделаю здесь data append там файл 1 запятая 1 2 3, то у меня уже будет вот этот файл 1, это доллар пост, потому что все файлы идут в массив доллар файлс, это уже этим PHP занимается, а все именно текстовые данные идут у нас в доллар пост массив. То есть если здесь я захочу именно какой-то элемент, то есть там получить дату, я могу написать документ get элемент by id. И, допустим, у нас будет там, ну не знаю, файл name сделаем, да. Так, и в нашем этом, в нашей форме, ну не в нашей форме, вот здесь добавим в контейнере, да, input id равняется файл name. Сейчас там немножко бардак по стилю, наверное, будет, потому что стилей нету. Так, все правильно? Файлные, да. Так, и это точка value. То есть я хочу именно его значение передать как файл 1. Так, ну и файл name, да, назовем. Файл name. Теперь у нас мы в upload PHP идем. И здесь копируем его доллар пост и соответственно файл name и проверим, как это работает. То есть теперь у меня появился этот input, который куда я могу, ну он корявенький, потому что не в той верстке. Так, блин, надо было там до этого, сейчас сделаю 1 2 3, выберите файл, открыть, upload. И посмотрим, что у нас там получилось в нашей папке uploads. То есть вот он, файл 1 2 3 появился.
То есть эта штука, она у нас, ну, вы как хотите, потом под себя можете доделать. То есть это такая заготовка, и ее дальше уже можно править под себя. Так, что у нас тут? Ну, тут тоже многие вещи, я говорю, я бы вот это убрал. То есть ограничение по размеру файла, это, ну, давайте закомментируем, чтобы полностью не убирать. По сути, нужно разрешить любые файлы загружать. Потому что я не вижу ничего плохого в том, что люди загрузят что-то большее, тем более сейчас уже не те древние времена. Так, сейчас сожмем, сделаем сжималку для файла. Так, и сейчас, давайте вернем. Так, я сейчас эту штуку закомментирую. Пока пускай она убирается. Так, и здесь тоже вернем $file, file name. Так, теперь давайте научимся сжимать. Так, у нас это где-то у нас было здесь пример сжатия. HP. 5. Загрузка файлов. Нет, это не то. Изображениями delete. То есть у нас есть такая, ну, вообще их две библиотеки, которые позволяют в PHP работать с изображениями. То есть это тоже готовые решения, которые вы просто используете. Есть gdlib и ImageMagick. ImageMagick.php. То есть тоже это у нас набор функций, которые могут что-то делать с изображением. То есть тоже, если вам нужно с помощью ImageMagick что-то сжать, то вы с ней, то есть у нее больше функций, чем у gdlib, но у gdlib больше, ее, больше хостингов ее поддерживают. То есть если вы используете gdlib, то тогда у вас на больших хостингах ваш код без проблем будет работать. Если вы используете ImageMagick, то вы больше функционал можете использовать, но уже, то есть ImageMagick, это если вы на своем хостинге, это если вы делаете что-то не как WordPress, который все будут себе копировать на разные хостинги. Если у вас свое решение, и оно требовательно каким-то графическим функциям, то вы используете ImageMagick. Если вы делаете что-то для всех, то тогда лучше gdlib. Но опять же, тут если gdlib этого не делает, то лучше тогда уже, ну, берем то, что делаем. Так, все. И теперь здесь есть у меня пример. Как сжать изображение, уже готовый код. Так, вот она, компресс функция. Сейчас разберемся, как она работает. Так, окей, компресс получается. Error reporting 0, это мы отключаем вывод ошибок. Здесь, потому что эта функция, она может, ну, то есть некоторые, вот здесь вот image create from JPEG, они выдают ворнинги и о том, что она не может создать из этого файла JPEG. То есть, окей, то, что мы должны понимать, что если у нас файл называется JPEG, не факт, что это JPEG, то есть это может быть что угодно. И это часто распространено, так как для браузера ему без разницы, как называется файл с изображением. То есть вы его можете назвать хоть свое расширение дать или вообще без расширения. Браузер, он смотрит внутрь файла, что там, какая структура, читает его формат и определяет, что это такое. Поэтому не всегда соответствует расширение и содержание. То есть у вас внутри JPEG может быть PNG или внутри PNG может быть JPEG. Это не исключено, и это
Не так часто встречается, но все-таки встречается. Окей, значит, сейчас мы здесь сделаем только одну версию файла. Ну, ладно, пускай будет две. То есть, чаще всего на сайте создается, ну, минимум две версии сайта. То есть, одна у нас будет S и одна L. Это я так придумал, префиксы. Значит, S это маленький, small, L, large это большой. Теперь, как мы выбираем размеры вот этих файлов? То есть, у вас всегда файлы обычно отображаются в галереях, и есть маленькая превьюшка, есть большой на весь экран отображение страницы. То есть у вас всегда на сайте будет ширина колонки. То есть здесь она там 600 пикселей или сколько-то, в ВК там тоже около 600 пикселей или 900, в Фейсбуке там 1000 или 900, я уже не помню. Вот, ну то есть у вас есть лента, и она всегда у вас будет фиксированная, где бы вы ни зашли. То есть у вас на сайте вот эта штука, она чаще всего фиксируется по ширине. То есть у нее задается максимальная ширина, такая-то в стилях. Соответственно, зная вот эту максимальную ширину, вы должны нормировать свой файл по ширине. И точно так же превьюшка. То есть, если мы заходим на какой-то сайт, то у нас есть там миниатюры наших изображений. И они будут тоже помещены в какой-то контейнер. Соответственно, если мы знаем, что ширина вот этого контейнера там, ну не знаю, 100-200 пикселей, да, соответственно, мы должны сделать маленькую превьюшку шириной 200 пикселей, ну тут 100 где-то, 150 там, и большую уже, опять же, исходя из того, что у нас по верстке, то есть это мы должны знать, что у нас внутри верстки находится, то есть если мы заходим, и мы знаем, что вот это вот у нас там какие-то 600 пикселей, да, а миниатюрка 100, то мы, значит, тогда должны две создать картинки, одна шириной 100, другая 600. Ну, вот здесь вот ширина 650, одна у другой 100. Ну, сейчас 150 сделаем. Вот, теперь как мы создаем изображение? Первое, мы получаем, проверяем расширение. Если оно не равно JPEG, PNG или JPEG, то значит расширение неверное, мы считаем. То есть, если у нас этот extension не совпадает, то тогда мы его копируем вообще, ну здесь вот в данном случае копируется так, как есть, потому что мы можем с помощью GDLib только GIF, PNG и JPEG обрабатывать. Ну, возможно, это неправильно с точки зрения безопасности, то есть мы тут должны ошибку выдать, ну, это потом отдельно, то есть сейчас пока просто. Теперь мы создаем два файла, то есть у нас есть наш файл какой-то, который мы выбрали, и мы к одному файлу добавляем S, к другому L. Pass – это у нас наша директория, в которую мы загружаем, то есть это директория uploads. И у нас будет uploads, так здесь тогда получается, но она тут тогда pass – это upload со слэшом. S файл и L файл. Теперь мы пытаемся создать объект, из объект, то есть опять же преобразовать наше изображение в какой-то объект, с которым может работать наша библиотека. И библиотека, она создает из JPEG битмап. То есть, кто не знает, битмап это у нас не запакованный формат, а там напрямую пиксели. То есть, если у вас 100 на 100 будет, то это будет 10 тысяч пикселей картинка, и она будет весить там у вас, ну, 10 тысяч пикселей, это у нас, ну, там 10 килобайт с копейками, то есть там 30 килобайт. Если, соответственно, у вас будет там, не знаю, уже 1000 на 1000, то это мегабайт, 3 мегабайта, а если 10 тысяч на 10 тысяч, то там это будет очень много весить. Вот. И поэтому наша DD-библиотека, она требовательна к памяти. И здесь initset функция позволяет изменить настройки PHP и установить для нашего скрипта больший объем памяти, который доступен для выполнения скрипта. То есть у вас каждому скрипту по умолчанию, у нас мы уже заглядывали этот файл phpini, то есть если мы зайдем, так, сейчас, вот у нас есть файл phpini, в котором по умолчанию задано очень много настроек сервера, в том числе там будет и memory limit. То есть здесь он задан, но тут он большой задан. Но на реальных серверах, которые стоят, ну, на продакшене где-то, да, то есть где у вас уже куча работает сайтов и так далее, то там ребята, они чаще всего ставят у вас там на скрипт, не знаю, 15 мегабайт или сколько-то, но мало. И этой памяти будет недостаточно для того, чтобы создать картинку.
Поэтому нам нужно будет поменять эту настройку. Потому что Open Server, он сам по сути своей настраивался для тестинга и для того, что на нем будет только один сайт выполняться. То есть это не вещь, которая, она где-то реально работает. То есть если мы сейчас на PSKZ зайдем и посмотрим, что у нас там в PHP. Так, PS. То там будет уже memory limit, наверное, какой-нибудь маленький стоять. Потому что эти ребята думают, как побольше впихнуть в этот сервак. Так, это настройки хостинга, да? Так, это не то. Сейчас посмотрим. Ну, возможно, они тут и не дадут. А, это PHP info, да, только вылезет. Ну да, через PHP info мы можем посмотреть. Так, тут есть сразу на, у них в панели PHP info. То есть все, что есть, это... Вот она, просмотр страниц PHP info. Так, и здесь посмотрим наш memory limit. То есть здесь у них, ну, 256 мегабайт стоит уже лимит. Но на каких-то хостингах дешевых там может и 64, 32 мегабайта стоять. И тоже иногда, когда вы запускаете свой скрипт, у вас будет просто выходить сообщение о том, что вы out of memory, то есть вы превысили лимит памяти, выделенный для выполнения скрипта. И чтобы этого не было, то есть мы здесь гарантированно увеличиваем set memory limit, то есть мы с помощью функции initset меняем настройки за memory limit. Теперь создаем два файла, теперь пытаемся создать объекты image create from jpeg. И если удалось, то есть он просто пытается создать, так как он не верит в скрипт тому, что там было JPEG или PNG, он просто пытается методом тыка, давай попробуем создать из, ну, JPEG, если JPEG не получилось, то пробуем создать PNG. И если какой-то из этих кейсов сработал, то тогда мы идем дальше. Теперь есть функция в godlib image.sx, image.sy, она возвращает размеры картинки в пикселях. То есть там она вернет ширина 10 тысяч, высота 10 тысяч, неважно. Теперь нам нужно ее сжать, так как мы решили, что мы сжимаем до 650, то мы делим 650 на ширину и получаем коэффициент сжатия. То есть если у нас картинка будет 650, то мы получим единицу, это означает, что мы ее оставляем как есть. Если она будет у нас в два раза больше, это... 1300, да? 1300 пикселей, то мы здесь получим 0,5. Это означает, что нам из 1300, чтобы получить 650, нам нужно умножить на 0,5. И так далее. То есть, если здесь будет 6500, это нам надо в 10 раз уменьшить ее. И, соответственно, здесь коэффициент будет 0,1. Мы 650 делим на 6500, получаем вот этот коэффициент 0,1. Теперь он проверяет, если коэффициент больше единицы, больше единицы, это означает, что нам надо картинку растягивать. То есть означает, что исходная картинка, она была 300 пикселей. И нам, мы 650 делим на 300, получаем что-то больше, там двойку с чем-то. Значит, нам ее надо растягивать. И мы растягивать не будем, потому что смысла нет. То есть она уже маленькая, ну мы ее растянем, мы просто, она будет больше по месту храниться, но, ну, по месту занимать, но она не будет лучшего качества. То есть браузер ее точно так же может растянуть. Смысла нет нам ее растягивать. Вот. И теперь мы новые координаты, новые размеры получаем. То есть мы нашу ширину умножаем на коэффициент сжатия и высоту умножаем на коэффициент сжатия.
Соответственно, по ширине мы всегда получим 650, потому что здесь мы выполняем, грубо говоря, обратное действие. И делаем округление в большую сторону. То есть, ну там все равно может из-за каких-то там дробных частей у вас картинка получится не 650, а 651, а фур это в меньшую, да, пол. В меньшую сторону округляем. И то же самое делаем с размером. То есть, потому что у нас коэффициент какой-то дробный, и мы получим здесь при умножении float, и для того, чтобы... А размеры картинки, они могут быть только целочисленными. Соответственно, мы округляем. Теперь создаем новую свою картинку, Create True Color, с вот этими размерами, SX, SY. И здесь у нас идет Alpha Blending, это отключение прозрачного фона. То есть нам он не нужен в нашей картинке, и то же самое. То есть это Alpha, Alpha, это все прозрачный фон. То есть он там Image Safe Alpha, то есть сохранить прозрачность True, а отключение, ну я не знаю. То есть там надо будет погуглить, в чем нюансы там этих Safe Alpha и так далее. То есть, ну это здесь, наверное, при копировании он будет сохранять прозрачный. То есть если наши PNG прозрачные, то при наложении, ну ладно. Теперь мы создаем цвет фона. Он у нас будет прозрачный, то есть мы создаем 255, 255, 255, то есть это у нас белый и прозрачный, или не прозрачный, 255 это единица, то есть он просто белый цвет. И делаем Image Fill Rectangle, то есть мы заливаем нашу картинку белым фоном. Здесь мы указываем IMM, это вот ту, которую мы создали с новыми размерами. Указываем размеры прямоугольника от 0,0 до ее высоты и ширины, ну ширина-высота, и цвет транспарент. Теперь мы копируем с изменением размеров, то есть Image Copy Resample мы копируем в нашу новую картинку, нашу старую картинку с изменением размера. То есть здесь указывается новая картинка, это указывается старая картинка. Старая картинка это то, что мы загрузили из нашего файла. То есть здесь мы загрузили файл и получили объект IM. IM, M это новое, это старое. Здесь у нас X1, Y1, X1, X2, Y2 это координаты верхнего левого края, первой и второй. Здесь ширина SX это новой картинки, SY это высота новой картинки, а это ширина и высота старой картинки. То есть мы все эти параметры запихиваем, и теперь у нас на новой картинке рисуется старая сжатая. То есть логика какая? Сейчас мы на Paint, Paint откроем, покажем. То есть у нас есть какая-то картинка, мы ее создаем, да, берем потом заливку, выбираем белый цвет и заливаем все, весь фон белым. Потому что по умолчанию она там будет прозрачной какой-то. В общем, короче говоря, мы ее заливаем белым цветом. Теперь мы, какая бы у нас там картинка ни была, так вот сейчас открыть с помощью Paint. То есть вот, и у нас есть вторая картинка, которую мы туда копируем. То есть мы делаем Ctrl-A, Ctrl-C, грубо говоря. Ну и здесь у нас она маленькая. Так, сейчас Ctrl-V. Ну, мы ее вставили и потом еще изменили размеры под те размеры, в которые мы хотели вписаться. То есть ту большую мы вкладываем в маленькую уже с измененными размерами. И сохраняем. То есть если вот эта картинка у нас, грубо говоря, 10 тысяч на 10 тысяч пикселей, да, то вот это уже будет по ширине всегда 600 пикселей. И вот мы получили новый объект. То есть тут логика такая, что мы рассчитали, насколько нам надо сжать, и скопировали с изменением размера из старой ширины высоты в новую ширину высоту, которая пропорциональная. То есть она не будет... будет пропорции те же останутся. Вот. И теперь есть вот эта функция ImageJPEG, которая сохраняет картинку в L-файл. То есть L-файл это у нас большой файл, у которого ширина 650. И теперь повторяем то же самое, только рассчитываем уже коэффициент сжатия для того, чтобы преобразовать 150 пикселей. Все то же самое, новая ширина, новая высота, copy resampled и сохраняем S-файл. То есть S-файл это такой же маленький с префиксом S, только у него будет ширина уже 150 пикселей. То есть, грубо говоря, здесь вот все сжатие, оно... Ну тут это тоже, это готовое решение, то как надо сделать. То есть надо создать, залить белым, нарисовать Field Rectangle и скопировать Resample, сохранить на диск.
повторить операцию. Все, если у нас какие-то ошибки там возникают, то мы, ну, в моем случае, копируем уже оригинальный файл, как L-файл, S-файл. То есть, если эта библиотека не поддерживает формат такой, и, ну, нам все равно, чтобы пользователя удовлетворить, пускай там даже 10 мегабайт, это все равно маленький процент таких картинок будет. То есть, лучше мы уже скопируем так, как есть, и пренебрежем нашей экономией места на сервере, но зато пользователь будет счастлив. Опять включаем error reporting, чтобы отображать дальше ошибки. Это у нас, ну, здесь копирование, это все, это уже дальше, по-моему, или нет. Да, это уже наш код. То есть теперь мы, получается, делаем что? Мы делаем move файл, то есть мы его скопировали на сервер и делаем компресс. Еще дополнительно. Сейчас вызываем эту функцию компресс. И в нее передаем папку uploads slash. Это наша папка, в которой находится файл. И файл name. Это имя файла, получается, который мы туда загрузили. В итоге эта функция compressed в папке upload создаст еще два файла с префиксом. S и L — это будет маленький и большой. И мы, ну, если хотим, мы можем unlink сделать, это удалить старый файл. То есть это если нам нужно его удалить, что мы не хотим на сервере место занимать. Если он нам нужен, то есть некоторые хостинги позволяют, если у вас свой хостинг и у вас там место не ограничено, то вы можете не заморачиваться и оставлять большой файл. Он вам тоже пригодится. Теперь давайте проверим, как это все работает. Так, где наш там вот этот? Закрылась эта вкладка. Так, где он тут у нас? Вот это, да, файл. Мне надо было upload HTML. Выбираем файл, открыть и upload нажимаем. Там опять ошибки какие-то там. Так, ну, похоже, опять какие-то у нас тут ошибки. Сейчас посмотрим через F12, что там. А вот тут ошибки уже какие-то есть. Valve.off, ну, там у меня этот имя файла. Файл name я же стер. Так, сейчас уберем. То есть тоже, если что-то в скриптах, то это через F12 легко просмотреть. Вот, файл name. Не файл, не это где у меня там append дата была. Вот он append. То есть, когда вы работаете со скриптами, отлаживаете их, то, ну, вот эту консоль желательно всегда держать открытой, чтобы вы сразу видели, какие у вас ошибки происходят в скриптах. Все, файл загрузился, и давайте посмотрим, что в нашей папке. То есть, вот у нас L подчеркивание, S подчеркивание, да, вот здесь вот тоже, так как это PNG с прозрачным фоном, вот GDLib, она с этим прозрачным фоном не дружит, то есть как бы там, что я не искал, сколько по форумам не рылся, всегда у меня вот эти вот проблемы, что если у вас там черный фон, то он почему-то его прозрачный фон, то он его в черный преобразует, ну уже как есть. Ну вот, мы видим размеры картинки 650x325, а здесь у нас 150x75. И размер, видите, здесь 2 килобайта, здесь у вас 10 килобайта, оригинальная картинка 32 килобайта. Теперь, в чем смысл? То есть, если мы берем и загружаем какие-то изображения, да, ну, давайте сейчас там какой-нибудь этот, наш супергерой, да, с кого-нибудь там сейчас загрузим, то есть это какой-то вот картинка, вот она 1900x1080 пикселей, и она у нас
будет большой по размерам. То есть я выбираю файл наш и загружаю его. Теперь мы видим, что у нас есть L-файл, который 45 килобайт весит, оригинальный файл 200 килобайт весит, ну 300 почти, и маленький 4 килобайта. Вот. Если речь будет идти про галерею, то вам, когда у вас на одной странице будет отображаться 50 картинок, да, то вам нужно будет использовать S-файл в верстке. Когда у вас будет идти полный просмотр, да, то 650 вот этот файл. И в нем еще будет посмотреть в полном размере, и вы уже открываете в полном размере. То есть это стандартная логика любого браузера. То есть у нас какие узкие места при работе с сайтами есть? Ну, самое узкое место — это наш канал интернет. То есть через интернет передавать файлы медленнее всего. Соответственно, когда вы будете передавать S-очки 50 штук по 4 килобайта, то это у вас будет там сколько, 200 килобайт, да, получается. Вы, в принципе, ну 200 килобайт — это не проблема. То есть Google рекомендует, чтобы наша страница не весила больше 500 килобайт. Так? Теперь, если вы на одну страницу передадите, ну, 2-3 вот таких по 45, тоже не проблема. Это тоже там, мы укладываемся в 500. Но если мы будем везде использовать полноразмерные картинки, 50 по 200, по 300 килобайт, это уже страница будет весить у вас 15 мегабайт. То есть, соответственно, она будет грузиться вечно. И это будет определенная проблема. То есть, опять же, когда вы создаете ленту в блоге или еще что-то с картинками, да, то есть у вас что там, что угодно будет, то вам нужно это держать в голове, что вот эти превьюшки маленькие, они должны быть по факту по ширине столько, сколько они здесь занимают места. То есть если эта картинка, как это проверить, правильно у нас все или нет? То есть мы наводим сюда, и он показывает, вот мне 200 на 140 пикселей, это ее оригинальные размеры, что она у нас, ну, WordPress он ее и назвал, видите, в имени image минус 200 x 140. То есть он ее идеально создал такую, какая она должна быть по верстке. Вот. Когда мы зайдем внутрь поста, я не знаю, будет она там или не будет, но здесь ее нету, этой картинки, но тоже, если она здесь есть, то здесь она уже будет шириной 600 пикселей, опять же, идеально по тех размеров, каких она должна отображаться здесь. То есть вам нельзя, когда мы делали до этого галерею, да, у нас все картинки были одни и те же, мы не делали сжатия, потому что у нас еще не было, мы только верстку знали, и мы не могли делать такие трюки. Теперь уже у вас есть знание о том, как сделать сжатие и разных размеров картинки, чтобы отображать их в нужных местах нужного размера. Теперь дальнейшая то проблема, с которой вы можете столкнуться, это место на хостинге, то есть что у вас будет не хватать места. Но в этом случае то, что я рекомендую, это удалить вот этот Max Res Default или уже использовать какие-то внешние файловые хранилища, типа там Google Диск, они дешевые относительно, и делать ссылки на скачивание оригинала уже куда-то на Google Диск, и тогда у вас не будет проблем с работой с этими файлами. Так, ну сегодня мы посмотрели, как сделать, получается, загрузку с помощью AJAX файла и с индикатором загрузки. Ну, этот алерт надо убрать. То есть, по сути, нам нужно будет еще все-таки более грамотно сделать еще один блок с success message и его дисплей блок сделать, чтобы здесь появилась красивая зеленая табличка. Файл успешно загружен, вы можете загрузить еще один файл. То есть это нормальный пример для программиста, но это плохой пример для конечного пользователя. То есть вот такие алерты — это ужасно, это непрофессионально. Ну давайте уже, ладно, так все быть, доправим это все, чтобы уже у нас все было хорошо. То есть мы вот этот алерт убираем и, соответственно, делаем какую-то штучку. Так, у нас тут вот файл final container error message, да? Сделаем какой-то awk message. Вот он.
Раз уж все на английском, так и оставим. Там стиль тоже надо будет кинуть добавить. Тоже по умолчанию display no не отображается, текст по центру, ну цвет там я не знаю какой сейчас, зеленый, red, green, blue. Чтобы он был более зеленый, нам надо здесь какой-нибудь F поставить. Сейчас посмотрим, что это будет. Так, и теперь когда у нас получается загрузка успешно прошла, мы вместо алерта выводим наше сообщение. А, он дисплейнится. Все, и теперь у нас это будет как-то более красиво. То есть, ну, фиолетовый сейчас сделаем зелененький. Ну и все. Что же у нас за файл, да? Так, что ли? Так, окей, ну все, в принципе, вот такой пример, готовый, дальше можете экспериментировать, разбирать это все дальше на FileStore. То есть, опять же, ну, самый идеальный пользовательский интерфейс, это когда он дает инструкции, что делать дальше. То есть, если у вас нету инструкции, там вот как здесь, выберите choose jpeg png файл, или там файл загружен, choose another, choose him, он все-таки choose, вот так пишется, на choose, это выбор, choose, все. То есть интерфейс все-таки он должен делаться как не для программистов, а как для обычных людей. Потому что программисты это говорят как для дебилов, но на самом деле для обычных людей, которые с этим не связаны.